Так, стоит у нас задача демонтировать этот потолок, потому что будет убираться перегородка. И нужно демонтировать. Нет задачи, конечно, сохранить его, но для себя просто просмотрим, как можно вообще демонтировать такие потолки. Никогда не пробовали, поэтому сейчас первый раз будем делать. Ну и заодно покажем вам. Сейчас у нас будем пробовать монтировка и шпатель. Десяточка. Будем подкладывать под профиль. Между профилем и потолком будем разгибать этот профиль. Так, чтобы и этот, чтобы гарпун освободить. Подкладываем, чтобы просто не порвать потолок. Да, чтобы не передавить. А то будет как на велосипеде камеру прокалывается. Так, гарпунчик чуть-чуть освободили, да? Да, тут уже чуть-чуть видно. То есть, в принципе, можно целиком достать, но чуть-чуть надо будет потом подровнять, если заново монтировать, подровнять профиль. Так, все, гарпун свободен, да? Подцеплю. Вот видно, как гарпун чуть-чуть освободился. Вот здесь он цепляется за профиль, а здесь уже освобожден. Сейчас его чуть-чуть подковырнем, чтобы достать. Так, подковыриваем от стены, чтобы не перепутать и не разрезать его ничего. Да. Чтобы не отрезать гарпун от потолка, от стены полупаем просто обычным ножом, старым тупым. Пошел сейчас. Все подбиваем руками и тянем вниз. Не бойтесь. Порваться не должен. Если порвется, значит. Надо вытянуть. Не очень качественный потолок. А так, в принципе, вот легко достается. Конечно, не сильно дергать. Заодно посмотрим, как смонтирован потолок. Таким вот способом все проходимся стенки. И надо фотку сделать в полпотолка. Можно включить задом наперед, посмотреть, как можно монтировать потолок. Давай, тут уже можно с земли попробовать тянуть. Вот, я вот с земли тяну. Давай, лучше, конечно, сверху. Лопаткой его, видимо, надорвать. Даже не в одной.